Здесь была деревня-монастырь. Вот, да, литовка. Кастрюля. Камни какие-то. Вот, а вот наша ферма. Представляете, какие это громадные территории. Громадные территории, которые нужно обрабатывать. Жаль, что нет трактора. Нам срочно нужен трактор. Было принято решение оставить эту дуба и идти дальше. Здесь надо будет покупаться, да? Ой, нифига, так ты подожди, оставь мне. Кому оставить? У дороги. Ну где-нибудь потом придем, что их с ними искать. Туда далеко тащить. Вон еще в камень. Вот здесь была деревня. Здесь вот деревня, да, получается, была, Серега? Да. Вот и дуб этот на месте. И вот да, еще какие-то камни. Да-да-да. Все это надо копать. Надо металлоискатель с металлоискателем. Ну мы, говорю, ходили 2 года назад, здесь кто-то металлоискателем копал. А тут под низом эти... Вот тоже, да, железяка? Вот еще. Вот. Здравствуй, чермет, да? Я и Паша, мама, где-то вот здесь жила. Там еще ключик должен. Ключик он внизу. Не, тут, он тут. Тут тоже есть? Вот где-то вот здесь вот должен ключик. Смотри, да, как тут все. Как тут все. Вот лось походил. Не лось, точнее, заяц, переросток. Во, а нет, тут что-то. Здесь не ключик. Там внизу, да, где-то он? Прямо где-то здесь бежал, что ли? Да, где-то здесь. Так вот там такой был ключ. Вот. Ничего себе, да, здесь дров, Сань? Набросали. Можно же все это забрать. Валежник ведь. О, смотри, валежник. Валежника сколько. Нужен срочно трактор. Вот бы нам какой-нибудь добрый дяденька подарил трактор, да? Мы бы ему спасибо сказали. Мы бы ему два подарили, да? Там реально куча валежника-то. Так вот я тебе о чем. О чем? Валежника-то, смотри сколько. Там тут, смотри. Знай, на дрова собирай, да? Ох, там тоже. Ну там, наверное, это лесорубы, да? Пилили здесь-то. Видно, что наломано все. Да? Ну вот здесь сломано, но. Заяц сломал. Погрыз. Я говорю, вот наших зайцев уральских можно всего что угодно ожидать, да? Свирепые зайцы выращены с настероидных морковках. С местных огородов. Вот такой тут пустырек. Ребята, моя делянка.